Ебать, сейчас солнце жарит прям конкретно. Просто жестко. Местное творчество. Конечно, посмотри он. Свадебный ворот. Богатый женский халат. На основе 19 века. А? Еще бы шапочку сверху, сапожки, которых не хватает. Но сделан классно. Он очень дорогой. Очень дорого стоит. А? Купить можно? Я знаю, что он стоит больше сотни. Я знаю, я поэтому и... Я вообще полностью снимаю все конкурсы, если что. Если Запада будет интерес, я найду все равно в любом случае людей. Сколько он стоит примерно вообще? Слышал, что они рублей по 150 такие продают. Это капец, вообще классно сделано. Современные, а сохран... сейчас старых халатов таких не найдешь, они... Их просто нет. Больше сотни стоит, процент. Помню, просто один раз проскакивал такой 150 тысяч. Забрали? Картошка, нанайская еда. Ну да, у нас старых времен. А это что такое вот это вот? Пробуй, ёптынь! Я уже, блин, напробовался так, что мне плохо, блин. До сих пор. А? Что? Боится пробовать? Рыбку. Нет, я уже наелся самогона и водки. А, да вот. Что, вкус не будешь чувствовать? Диман, будешь пробовать? Что попробую? Это местная еда, ты чё? Да я чувствую, хоть чё. Здесь есть вещи, которые ты не попробуешь дома никогда. Вот это вот. Попробуй хоть раз. И вот это вот. И вот это вот, да. А вы попробуйте. Это точно щука, да? Щука, тут верхогляд, да? Белорыбица. Я просто когда мимо проходил, ухой пахло. Сразу. Я чувствую. Оттуда иду, слышу, точно уха. Уха — это самое главное. А вот это что такое? Вот это вот. А, так, вот так, это так, вот, вот это никогда в жизни не попробуешь. Если сейчас не попробуешь. Рыба жареная, много. По-другому, нам на рыбе уже рыбу. Да, пробуй. Очень вкусная. Я не буду точно. Ложечку, ну ко мне сюда. Положи. Одну ложечку. Что это такое? Это жареная рыба. Кема. Это таксан, да, называют? Таксан это... Таксан называет. Ой. Симушка, это у нас вот здесь вот, да? А вот этот не играл уже, да? Каждый день его не едят. А это пенсия, да?
или это... Это уже корейский. Ой. Вы еще хотите что-то? Да. Спасибо, я просто это... Мы коньяка столько выпили, что мне плохо. Чем? Блин, я не знаю. Надо было договариваться раньше. Но я точно думаю, что вам стоит поделиться здесь. Я даже с вами делюсь, а вы с вами... стоит, даже не стоит уже кушать. Прикольная тема. Это утро. Ну да. С праздником тебя. И тебя. Ты здесь как? Я художественная школа привезла картины и детей. Которые... Картины я ваши снял. Да? Ну. Я так для общего, для блога и для некоторых, для Запада тоже скидываю, потому что некоторые вещи здесь. Люди, которые продают, например, там халат сейчас от рыбной кожи. Очень сильный, как бы, вполне заинтересует на покупателей. Вот так вот. Половник, правда, не топ, но это Джоен. Не, он же железный был. Половник? А половник железный был еще. Еще с 19 века половниками железными большими пользовались. Но Джоен сразу это... Это же Джоен, да? Джоен сразу видно, что здесь это озерские рыба. Здесь только рыбы большие. Ягоды, рыба. Ну, у них мясо по-любому, я знаю, что рыба и мясо. Сазан горячего копчения. Там еще свитерины из вяленого. Мясо отварено. Это что за звери, не знаю. Ну, черное мясо. Черное мясо вижу, что это не сагаты. Сагаты. Талла обжаренная на костре. Налей попить водички. Давай. Какой-нибудь, только с ягодой. Я еще раз посмотрю. Прикормил, а детишек еще нету? О! Знаете, да, что котов до прихода русских, короче, китайцы, когда продавали, они были выложены и это, без яиц. Знаете почему? Чтобы на яйца покупали. Чтобы они не расположались здесь и чтобы они покупали у китайцев постоянно. Кот ценился в то время. Это 80-х до 90-х годов, наверное, да, выпуска? Ковер? Может, даже 70-х вот это вот. Ковер? Да. Он старый ковер. Старый ковер. Я смотрю просто. Я смотрю, что они старые. Даже это. Даже, наверное, еще раньше. Материал. Я по материалу вижу. Хорошо, что сохранилось. Рыбья кожа, да? Да. Рыбья. Кита, да? Кита. В основном кита. А внутри там что лежит? Там халаты, да, лежат? Это тоже халаты, да. А вы их не выставляете? Или... А вы сейчас на дефиле ходили выступать. А, выставляли. Ну все. Нет, можно не выставлять. Не напрягайтесь. Ну, я понял. Он должен там жить. Он прям знает свое. Блин, вот это вообще старое, да? А вы не подскажете, какого года вообще вот это вот полотнище? Это не старая работа. Не старая?
сколько примерно? Ну, где-то... Пакет ракола. Грудь, кулок, только... 10-20? Нет. Меньше? Потому что внутри там старая, да? А? Они есть еще и размером больше. Это игрушка? Это 19 век, начало 20 века. Это тоже старое, да? Не особо. Не, вот это вот старая вещь. А вот это китайская, да? Точно. Ее привозили с Маньчжурии ваши предки. Дедушки, прадедушки 100%. Вот это вот, вот этот ковер, мне кажется, очень старый, да? Да, очень старый. У него даже орнамент маленький такой, знаете. Вот. А, ну вот даже, да, кстати, я пол. Ну, дермантин вот в любом случае использовали. Это тоже дермантин, это вообще старый. Дермантин насчитывал. Это А корзинка? Это вообще историческое. Антиклад. Что там? Штеплет. А? Штеплет. Опа, вот это вот мы прошли мимо. Это самое четкое, да? Это вот прошивка даже. С той стороны, да? Обалдеть. Он еще живой, в нем можно еще ходить. Его маслом немножко надо смазывать, наверное, скорее всего, чуть-чуть. Да, ну, заниматься. Сало, масло, ну, там, жиром или... Жуен, конечно, сразу видно, маленько отличается. Более такой, больше, жуен больше к природе. Вот ощущение все равно природы больше, да? Чувствуете? Так, я слушаю вас. Недорого. Ну, это конкретно сколько? 150. 150? Ну, я, в принципе, это. Я почему и снимаю, как бы, это. Мне подол еще нужно посмотреть. У меня есть просто люди, которые, как бы, интересуются. Я видео в Москву отсылаю, поэтому смотрю. Это полностью рыбий. Сколько ему лет? Пять лет. Очень красиво. Как я смотрю, пока. Если что-то это вот сверху уже одевается, уже с рыбой. Я видео в любом случае буду просылать и в YouTube выкладывать, и как бы смотреть, может кто-то заинтересуется. Если что, я всегда есть на этих чанках. Вы же Джуена чанками. Вообще-то это профессионально. Я знаю культуру нанайцев и местного аборигенного населения хорошо, профессионально, в профессиональном уровне. Сделано еще четко все. В любом случае вы свои традиции сохраняли 100%, даже 150. Особенно касаемо таких вещей с рыбьей кожи. И чтобы сделать, столько работы надо проделать, капец.
А в Оминске, да? В Мосоморске это же, да? Я для себя как бы снимаю, но в любом случае видео выставляю как бы в YouTube и показываю некоторым людям. Если что-то заинтересует, в принципе, на Оми всегда можно будет найти мастера, который эти вещи не просто оставляет, но он уже их и продает, да, иногда. Ну, дорого сколько у вас, я не знаю. Я знаю, что хороший ненастенный халат стоит 150 тысяч. 100-150. Это знаешь, что такое вот это вот? А вы знаете, что вот это за знак обозначает? Скажите мне, пожалуйста, вот это вот. Да, ну там есть знак. Это знак черепахи. Водяной, редко, не лягушка. Это хребты. Обалдеть. Вообще, смотри. Бусы. Бусы сделаны с позвоночника. Вот это круто. Я такого вообще не видел. 1000 лет. Супер. Ну это уже дополнительно доделано. Да. Просто классно, да? Браслет. Что делать, культура вообще четко. Это было раньше, просто до нас, до наших дней такие вещи не доходят в основном. Колотушки. Супер. Просто сделаны четко. Это амулеты? Лягушечки? Лягушки или черепахи? С позвонков. Рыбьих позвонков. Сазан или... Скорее всего, сазан. Крупная рыба. Четко сделано, вообще обалдеть. Я вообще в жаре. Диман, может, где тряпочка из салфетки возьмем, вытереться? Налей попить, пожалуйста. Что попить? А мастера можно вас позвать? Мастера? Кто занимается искусством вот этих вещей? Римма Леонидовна, она в жюри сидит. А, она уехала, да? Нет, да нет, мне как бы это просто пару вопросов хотела задать. Ну ладно. В принципе, я снял как бы ешнюю работу. Это детский халат, рукавички. Еще халат. Смотри, да. Тигр смеха. А вон, смотри, из бересты сделан тигр. Дерево жизни. Ну, не до конца. Но это древо жизни, оно как бы такое. Птица, звери. Амулет детский. Попить налил? Русская, это какое село? Вознесенское? Не Хунгари, да? Хунгари одно вместе. Ну вы вместе, вы на Хунгари, да? Ну, Вознесенск это русские, это пришли после, сейчас, после. Сейчас это все вместе называется. Сейчас тут будет 11 числа, да, у нас, в Хунгарях праздник. Не, ну Вознесенск это Хунгари, вообще старое Нанайское стойбище, крупное. Хунгари это Хунгари и есть стойбище. А там уже... Это вообще русские построили. Ну, это было в 19 веке. До яма. Салима, что внутри в нее вообще входит? Ягода, лепешки. О, салима, кстати, это очень вкусно. Очень вкусно. Я прям ее люблю. Можно я к вам пройду сюда, поснимать? Да я сейчас дойду до сюда, да? Я уже вижу, там у вас очень интересно. Хоть вы уже, можно сказать, рядом с русской деревней живете, но у вас культура больше поддержана. Чешуйте этот вход. Дом рыбака.
Современная работа. В принципе, сделана вообще ложка медвежий праздник. Хотя, кстати, не только медвежий праздник, но еще и калужи. Калужи много, крупная рыба. Но форма именно как раз как ложки той вот. Ну, она, в принципе, не только не вот. Ложка, она стандартная. Там есть Idol Level 7. Аями, да? Аями. Вижу Аями. А вот это вот с правой стороны у вас Севенчик. Это у нас вот работали. Нет, вот. Вот это вот, который черный. Нет, тот, который стоит, он по канонам сделан. Вот это да, наш Севен. Он старый? Сколько ему лет? Можно его в руки взять? А, Никита Дмитриевич в Киле сделал. Недавно. Вот его работки, кстати. Как бы они такие более современный тип, но вот именно Севен сделан четко по канонам, именно по нанайским канонам местного аборигена населения. Ну вот пытались сделать тебе сюда и поплыли. Они их зелины делали еще давно. Зелины делали. Квадратные грузило. Такие, грузило. А поплавки а делали. Это поплавки из листы. А поплавки делали не листы, они их делали, у знаете? Делали, в а у вас нету разве бархата амурского? А он у вас там очень хорошо. Он растет у вас хорошо. Ну вообще, я знаю, вы даже рассказывали. Не, с бересты делают, я знаю, просто это. Я просто слышал, что делают тоже с бересты из садова, и больше с амурского бархата делали. Ну, нет, не надо. Обалдеть. Так, дальше идем. Спасибо. Не, ну у вас круто было. Мне больше понравилось. И самое главное, что у вас есть в доме. Самый главный это оберег, это Аями. С той стороны? Эту, да, я всю заснял. Особенно вот эта картинка интересно сделана, да? С меха. А? Да, я их не видел еще ни разу. Как бы на современный лад, но все равно красиво сделан. Мы уже так наелись и напились, что я... Смотри на меня, я... Мне сил не хватает даже снять что-то, но я вот пытаюсь через силу все снять. Конечно, это ж... Я ж корреспондент, вы что? Вас все, весь интернет узнает за рубежом, и столько к вам женихов придет всяких разных. У вас будет выбор. Нет, не с тобой. Отдыхаешь, хорошо здесь? Хорошо, ну поспи. Полежи. Может тебя закрыть, чтобы теньке посидеть? Полежи. Отдохни после охоты, после рыбалки. Жара дикая, ну, охота, рыбалка. Здравствуйте. А у вас как называется село? Который у тебя? Делай, два. У нас называется Амурск. Амурск? Город Амурск, вы городские. Ну, я смотрю, вы все равно храните свои традиции. И узор у вас очень сильный. Драконы, смотрю, водяные, дерево жизни, это самый, кстати, знак интересный. Некоторые вещи, короче, вот такие вот. И сюжеты, посмотри, они все зайцы, или нет? Они еще со старых времен. А? Деревья, корни, это дракон. Дракон, это жемчужина. Это уже больше китайский мотив, но это маньчжурский, они как бы носили сюда маленько. Корни-то у вас все манчжуры, нанайцы и уже там. С манчжурией-то они жили всегда, здесь торговали. Но у манчжуров нет такого. Это чисто природный мотив. Пускай снимает. Мамбу дипитами, сина да о, тао, 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 тао,
Он здесь он достал. Стоп.